Огонь остановят, в руки ракетку возьмут. На базе спорткомплекса Ульяновского технического университета прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников пожарно-спасательных частей нашей области. В Главном управлении МЧС по региону в качестве одной из причин для организации таких соревнований называют возможность дать психологическую разгрузку сотрудникам. На протяжении службы вот играл все время. В разных частях, где был, везде играли. Вот чему-то маленько научился. А бывали случаи, когда играли за столом, обстановка спокойная, вдруг вызов? Бывали. И такое тоже бывало. Положил ракетку и ушел, одел боевую одежду и уехал на выезд. Кроме того, соревнования станут своеобразной подготовкой к окружному турниру по настольному теннису среди сотрудников МЧС. Ранее турниров областного уровня для ульяновских огнеборцев не проводили. В 2022 году среди ПФО, среди главных управлений по Приволжье Федерального округа, возобновил спартакиада МЧС, в который входит вид спорта настольный теннис. Также гири, и наш волейбол, футбол, лыжи. Окружную спартакиаду для сотрудников МЧС намерены сделать ежегодной.